Всем здравствуйте, наши дорогие подписчики. Сегодня купил мясо свининое и хотим шашлычки сделать. Как раз Светлана поехала на Солнечное по делам, там свои проблемы решать. Я купил кусочек мяса и сейчас замариную и вечерком сделаем со Светланкой шашлычок. В бассейне поплаваем, а потом шашлычок пожарим и будем кушать. Ну, сейчас мы его на кусочки порежем. Потому что сегодня зашел в магазин покупать мясо, а на Алла, что вы будете покупать? Мясо, если у нас уже есть. Для шашлыка специально, что уже в маринаде. Я такого не люблю. Я люблю сам приготовить, чтобы себе маринаду. Сам маринад сделал для шашлычка. Оно вкуснее. Как ты себе захотел, так себе и сделал. А магазинское, не знаю. Мне кажется, каждому вкуснее, когда сам себе приготовишь, сам сделал. Намного лучше. Кусочками я такие буду побольше делать. Я не люблю мелкие куски, потому что оно потом прожарится на огне. Конечно, у каждого свой рецепт, по-разному, кто как делает. Я раньше на пиве делал маринад, сегодня, не знаю, посмотрю, может тоже на пиве сделаю, сейчас посмотрим. Когда-то делал на пиве, Светлане не нравилось. Сегодня, наверное, не буду на пиве делать. Но сегодня будет только со свинины. Раньше я добавлял говяжье мясо. Наполовину делал. Половину свинины, половину говяжьего. И так перемешку делал. Вот сколько вышло у нас мяса. Теперь добавим приправу. Это такие травы итальянские. Некоторые там напишут, что насыпал все подряд. И все. И дам 2 ложечки соли. Черный перец, горошек. И 1 луковицу я натру. Раз до вечера постоит в холодильнике, замаринуется хорошо. Нарвал на огороде петрушечку. Чем больше зелени, тем будет лучше. Нарежу петрушечки. Мне кажется, когда шашлык мужчина делает, намного вкуснее выходит. Какой запах хороший от петрушечки. Вот так добавляем сюда. Thank you.
это все хорошо перемешаем. И сверху накрою тарелочкой, как бы под пресс поставить. Накрою пленкой и в холодильничек. Вот такой у нас варенад получился. Сейчас я его положу в холодильник. Уже разжег костер. Виля, как всегда, ждет шашлычка. Так, Вилечка? Жарко, зайчик. Помидорчики дам. Наш маринад хорошо уже устоялся. И уже Светланка скоро должна приехать. Ребята, еще нету? Надо подождать еще, Вилечка. Не терпится тебе, да? Ох и Вильчик. Сейчас, подожди. Виталик как раз сегодня уже закончил все. Подрезки положил. Ну, здесь кой порожек вышел. Красиво, все шикарно. Останется только швы. Понедельник уже сделает и все. И не знаю, посмотрим, может, решим пристройку делать, но еще точно не знаю, посмотрим, как это закончится. Потом уже решим, может, пристройку будем делать там, потому что без пристройки плоховато. Будет холодать, надо будет лопаты все слаживать. А то все наверх-то уже я замучился лазить. Ну, увидим. О, как наши мальчиши ждут шашлычка. Сейчас, сейчас, артисты. Тоже наши шашлычки. Жар хороший. О-о-о. Светлана как раз уже приехала, вовремя я все сделал. Будем на террасе кушать. Сейчас там все сделаем. Светланка собачек кормит. Светланка, сейчас уже скоро будет все готово. А ты куда, мам? А, я понял. Вот что они так притихли. Ты их кормишь? Да. Понятно. Целый день ничего не кушаю. Это царила маленький косточек. Понятно, что они так притихли. А, Доля на той стороне, Виля там кушает. Сома, жарко? Жарко, ну, але уже не так солнце. Сегодня не так солнце пекло. Кто, наверное, ходит там? Ну как, Светлана? Вкусно? Очень вкусно. Ну, первый раз такой маринад сделал, я так не делал. Ну, что все это? Ну, потому что там попалось этот хрящик. Давай я сейчас открою. Я там включил полив. Будет поливаться. Малосольные огурчики. Сейчас. Слушай, если ты меня смотришь, то я сегодня просила огурчики малосольные. Если бы я знала, я тебе принесла. Кому? Знакомые мои. А, огурчики? Угу. Это соленые. Ну. Не соленые, а малосольные. Малосольные? Ну, то я и говорю, что не было. А вы же даже еще не пробовали, говорите.
Какой соли богато. А ты что, ты их пробовала? Вы даже не попробовали. Она уже знает, что соли много. Ну. Что даже не попробовала, уже говорит, что соли много. Лёг обзует, Оля Леонтьевна. Уже соли много, даже и не попробовала. Ну давайте, чтобы шашлычки хорошо у нас проварились в желудку, так? Угу. Светланка. Пятизвездочный. Угу. Ты что ж не растал, хай растал. Ну, як хочешь, хочешь, щоб лід растал, то пей. Ну ж так холоднее. Лед же дает холод. То ж не спеціально лед бросається, щоб он растал. Щоб холодне було. Так, Світланка? Угу. І Доля теж вже попригуня. Вислухала запах м'яса, ні? Ой. Ну, не будь терпіти. Який лед хорош. Холодний. М'ясо білоруське. Да, компот можна бросити з собою. Да. Ммм, вкусное мясо. Да, мне нравится. Но сегодня даже ветра нету. Так бы хоть бы ветерок такой маленький хоть бы продувал, правда? Доль, ты не будешь кушать оно с этими, со специями? Вот она наложит, куя. Не, Доля, не давай, она не будет такое кушать. Ну я им давала до этого еду, не кушай. Мама, тебе давала. Ну? Ей нельзя. Ну, на кабачок сейчас тебе даст чуть-чуть. Хорошо, что я начал сейчас шашлыки делать, потому что днем жара невозможна возле камина. Сильно жарко. Кабачок ест. Кабачок ест? Кабачок ест. Вкусный, Доль? Аня, она только облизала это все. Молодец. А Лиля не идет совсем. Лиля не пойдет, он к столу не пойдет, а Доля лезет к столу. Не, ну потому что он поел, наелся. Да и Доля наелась, и просто она не может. У Лили такой закон, он когда наелся, он не будет лезть к столу. А Доля наелась, не наелась, она все равно к столу лезет. Компания. Это мама ее научила. А я тебя научила. Ну а кто? Я Вильку научила, а ты научила Долю к столу лезть. Она только садимся кушать, тут как тут. А Филя где? Филя наелся, уже под столом сидит. Хорошо, хоть комаров нет. Пока. Ну, пока нету, да. Сейчас покушаем, а потом пойдем в бассейн плавать, не? Что-то не хочешь. Та дождь, мама, не знает, что дождь. Еще вчера 30% показывала дождя. Ну, скоро придет и к нам дождь, правда, Слава? Угу. Куда? Было бы хорошо, чтобы дождик пошел. Промочил бы все. Ну, очень жарко сегодня, очень жарко. Ну, конечно, жарко. Что, мама, огурцы соленые? Вот, дай попасть не соленые. Только один попался не соленый. Маме только один не соленый. Значит, с другой банки был, Светлана. Ты что, по одному огурцу в каждую банку бросала? Не, не все вместе были огурцы? Не, ну не так и получилось. Вкусно. Попробуй же сейчас. Тоже не соленый? Хорош. Ты с одной банки их не может. Один говорит соленый, другой не соленый. Огурцы же с одной банки. Мне нравится шашлык супер. Я уже давно не ела шашлыка. Тем более со свининой. Ты знаешь, надо будет купить нам индюшатина. Шашлычок с индюшатиной сделать. Ты не хотела бы? Как когда-то мы делали, да? Ну, я когда-то делала, хорошо было, правда? Угу. Ну, это вкусно. Она сало с прослойкой очень вкусно. Но не было говяжьего мяса. Я хотел наполовину, знаешь, сделать. Оно тоже хорошо. Свинина с говяжьей тоже прекрасно. Ну, увы, не было. Ну, ничего. И так будет нормально. Так что мы сегодня скромно сами себе сидим, шашлычки кушаем, не? Угу. Теперь будем каждое воскресенье себе, суббота, воскресенье, шашлычок делать.
А уже можно яблочки запекать скоро наши тоже. А сегодня компот сварила, очень вкусно получился, ароматный. Ну, с белой налив. Ну, бесподобно. Что в холодильнике стоит, не буду. А рыбка в морозилке, никто рыбку не хочет кушать, правда? Да, рыбка сегодня линия дала. Такие рыбаки, рыбу наловили, а рыбу никто не кушает, так что?